Или мне свинку сделать. С днем рождения! Бабушка наблюдает, как мы делаем. Вы теперь ее не любите, все. Всем привет! Доброе утро, Тюпик! У нас начались каникулы. У нас 2 недели каникулы. Мама, Бонни лезет. Фу. Я сегодня посылочка пришла. Я себе заказывала кеды. Сейчас мы вместе с вами откроем посылочку. Тяжелая, на диван неси. Привет всем, ребят. Так, у нас здесь, по-моему, 3 пары обуви. 2 пары Маргарита заказала. Но она еще не купила, она просто заказала померить. Посмотреть. Да, можно заказ какой не оплачивать. Ты отмечала. Мам, 38. Угу. Мы просто заказываем сначала без оплаты, а потом уже меряем. Ай! Что нам подходит, мы оставляем, что не подходит, отправляем. Ой, осторожно, Макс, у тебя вообще найков никогда не было? Чего ты найки взяла? Я, потому что они крутые. А, нет. Почему 3 пары? Это не Air Force, а вот это Air Force. Ага. Здесь подошва немножечко, по-моему, меньше. Она взяла 3 пары. Потому что, знаешь, вот это такая, это нормально, оригинал. А здесь немножко... Так, крупнее. Вот такие вот найки. Найки она еще себе не брала ни разу. Ага, такие вот. У тебя Adidas такие были, помнишь? Вот эти вот тоже переливала. Я не знаю, есть ли. Прикольные. Смотри, у Ксюши. Это Ксюша себе, да. У нее вот такие вот. У нее были ванс черные, полностью черные, с белой полосочкой, но они ей маленькие уже. И она вот увидела вот такие вот. Посмотрим, померяем. Давай мерить. Так, это какой размер? 8. Так, здесь у нас 38 тоже, да. 38. Какой это у тебя 38,5? Не говори, что маленькие. Что, маленькие? Как может быть маленький 38-й? Они маломерки, что ли? Что, 39-й, что ли, надо? Маргарита, ты меня пугаешь. 39-й? Не может быть, это маломерки. Они очень красивые. Ну, надо отправить обратно и просить 39-й тогда. Так, еще одни вот такие вот тоже Nike, только с розовыми вставочками. Вот такие. Ну, не тоже симпатичные. По-моему, это 38,5 померяй. На время. Ну, нормально. Ну-ка, пальчик нормально. Вот здесь вот палец. Вот. Вот палец как раз. Здесь. Оставить? Ну, конечно. Ну, тебе удобно? Да. Угу. Какие оставить, ребят? Знаете, она не может оставить. Вот эти вот не очень удобные. Эти удобнее? В общем, Маргарита выбрала себе простые беленькие. Фу, не, вот эти белые, они ко всему подойдут. Да. Мне очень быстро спать. Ну, протирать будет. Все, оставляешь? Угу. Ну, все, тогда. Тебе еще одна коробка в коллекцию. Так, сейчас я решила сделать еще одну такую вот мисочку. Я ее теперь... Вот, смотрите, какая она у меня красиво выглядит. Теперь я теперь хочу сделать немножечко поменьше. Я нашла новую чашечку. И сделаю из нее еще одну тарелочку. Другую батарейку нужно тоже включить, чтобы она заряжалась. У нас батарейка села. Смотрите, вот так вот. Потом это моя свинка. Ой, свинка, это коровка. Или мне свинку сделать. Не, это коровка будет. Вот такая вот коровочка. Вот я еще носик сделала. И я сейчас думаю, что мне еще сделать. Сюда вот ножки приклеить, потом водичкой нужно намочить немножечко и потом приклеить просто так. Свинка. Это свинка? Это свинка, это корова. А это корова. Но они одинаковые. Может быть, у кого-то пятачок должен был быть побольше? У коровы, например. У коровы. Ладно, будут 2 свинки. Ты, главное, их покрась так, чтобы можно было отличать свинью. Ну да, она здесь будет вся розовая, а тут будут... Черно-белая с пятнами. Да. Это сейчас ты будешь выпекать? Сколько градусов мы сделали? Я не знаю. В прошлый раз сколько ты делала? Я не знаю. Ну, я тоже не знаю, я тем более не знаю. Подожди, я могу крупку. Чтобы это, не поджарился хлебушек. Не поджарился. Мы решили сегодня все спать на диване в зале. На полу. На полу? На чем ты будешь на полу спать? На матрасе? Да. Почему? Все, поместимся. Посмотрите, у нас такой диван огромный. Как раз для нашей семьи. Ну, папку немножко туда сдвинем в уголочек. Смотри. Так, вы уберете своих этих? Мы не поместимся, если их игрушки будут здесь лежать. А будем сейчас будем смотреть фильм какой-нибудь. Эти маленькие.
Малыш, он теперь нас не боится. Так, все, собираемся спать, чистим зубки, переодеваемся, пижамку, пьем водичку. И ложимся спать. Бонечка тоже с нами будет спать. Бонни, так. Здесь у нас спит Маргарита. Рядышком со мной будет спать Ксюша. Тут спит Макс, там Каролина и папа. Там. Самый последний. Вот, посмотрим, кто выдержит. Кто у нас, может быть, кто-то не выдержит. И ночью перейдет на свою кроватку. Может быть, кому-то будет неудобно. И Бонечка с нами тоже, да? Да, Бонь. Притворяйся. Значит, Макс будет не завтрак. Спит еще, не спит. Кто-то еще спит. Утро. Кто-то еще спит, самый последний. Джуди, Джуди. А кто вчера уснул вообще первый? Ну, малыши. Да? И потом папа. Бонь, как спалось? Нормально? Время, кстати, уже 11 часов утра. У меня место много. Вообще не хватит. Ну, мама, ваша с своими мишками. Привет. Будем вставать и завтракать. Да? Макс, тебе как спалось? Нормально? Поедем быстренько, съедем за продуктами, потому что нам даже завтракать нечего. Вот. Пойдем быстренько съездим, потому что папе на работу скоро. Я мы взяли суши. Так, сейчас мы я быстренько, что у нас тут? Этого, что у нас тут на завтрак? На завтрак. А вот клубничку взяла опять же. Не могу мимо пройти клубнички. Такой красивый. Пахнет клубничкой. Взяла еще красную рыбку. Сейчас будем кушать вместе с кипфоли, круассанами. Так кто у нас в итоге вчера уснул первый? Папа? Лео? Тут он мистер Примеро Агер. Мам, я пью, мне нужно делать. Да, или Макс у нас первый заснул. Ты, Макс? Все, приятного аппетита. Давай, давай, рис кушай, он тоже вкусный. Ты не ешь суши, будь. Это острое. Нельзя. Она уже готова. Но оно не такое сильно острое, это не... Бутер, не каждый день суши? Нет, каждый день вам надо есть суши кушать. Кстати, ребят, мы подружились с Рики уже. Он нас не кусает. Выходит, когда мы его зовем. Рики, Рики, Рики. Иди сюда. Рики. Иди сюда. Вот он. Пойдем. Он так любит на ручку садиться. Он оказался очень даже дружелюбным. Даже дружелюбнее, чем Кики. Вот он вышел, его позвала, и он вышел сразу. Иди сюда. Не хочет. Ну ладно. Потом попробуем. Не будем заставлять его. Вечером он прям здесь гуляет, на потолке висит. Хочешь играть в мячик? Иди играй на улице, а не дома. Покажи, как вы его разрисовали. Они вчера сидели и разрисовывали мячик. А что не до конца? Коротко о нашей погоде. Сегодня утром был снег. Немножко лежал на траве. Я Бонни выгуливала. 8 часов утра был снежок. Сейчас идет дождик. Сегодня 12 апреля. У нас до сих пор вон там в горах снег лежит. Котик. Ты выгуливаешь так собаку? Кони. Чего? Дела делай свои такой. Возникаешь. Не холодно? Нет. У нашей бабули сегодня день рождения. Сейчас мы будем ей звонить по WhatsApp, поздравлять. Все, все готовы петь песню? Только на русском, ладно? Или на немецком будете петь? Нет. Давай, отвечай. Наверное, нет, она уже пришла, уже время. А, не слышит. Ладно, попозже перезвоню. Ты уже подготавливаешь клубничку? Да. Ты пока не включай. Сколько нужно вообще в граммах? Без разницы. Без разницы? Сколько? Одну ложечку? Нет, это мало. 5-6. Насыпаем сахарок. Так, дубль номер 2, девочки. Второй раз уже делаем. Они уже вон спалили одну. Это Маргарита. Так, мы решили проблему. На что нам насаживать? На вилочки. Нанизывать, да. Мы нашли такие вот деревянные вилочки.
Хватит нам, не хватит. Там упаковка целая. Будут на вилках, ну ладно. Видите, должно кипеть потихонечку. Пока не кипит. Сейчас согреется, будет кипеть. Ну, на 10 минут поставь. Привет! С днем рождения! С днем рождения, бабуля! С днем рождения! Спасибо, спасибо, деточки! Поздравляем с днем рождения! Самое главное, здоровья тебе желаем! Я говорю, я тебе звонила, ты не отвечала. Как это звонила? Ну вот где там полчаса назад. Я 5 часов домой пришла. Показать, какие цветы, это половина цветов дома. Давай показывай. Ух ты, там сколько розочек? 83, что ли? Вот какие сережки красивые. Тебе сережки подарили? Да, не слышно. Я говорю, он в пистолетики любит играть. Если резкий, значит, вы здесь резкий с ним играете. Папа, ну. А мы уже все чистим. А, еще. Ну, еще. Вот так, сейчас поставим и пойдем продавать. Сейчас сделаем, пойдем продавать. Бабушка наблюдает, как мы делаем. Слюной там не истекаешь? Какие красивые получились. Прям стеклянные. Получились. Очень вкусные на самом деле. Хрустящие. Так прикольно, она с такой корочкой хрустящая, а внутри мягкая клубничка. Да? Ну, вот, когда я кусала, она была такая остренькая. Мне это... Уколола язык. Вот остались уже. Все, что осталось. Мы решили нашей бабуле сделать сюрприз, отправить ей цветочки. Да, прямо из Швейцарии. Нет, конечно, не из Швейцарии, но я закажу, а уже с Бишкека отправят ей. Мы немножко, конечно, на один день с опозданием. Я уже сделала заказ, я уже забронировала. Вот такая вот будет 41 белая роза. Вот такая вот 41 белая роза. Скорее всего, не в желтой упаковочке, а в какой-нибудь другой. Я тут решила беляшики пожарить. У меня фарш остался. Свинина с говядиной. Думаю, что бы сделать такого? Чего давно я не делала. Пирожки, что-то не знаю, вроде делала пирожки недавно. Ну, я не делала беляши. Смотрите, как он уже ползает. Видите? Бегает уже везде. Подружились. Сколько времени прошло? Недели две, да, наверное? 2-3 недельки. Иди ко мне вот так вот теперь спокойненько. В ручку садится, не кусается. Не переживайте, мы Кики тоже берем на ручки, играем с ней. А то она просто писали, мало выходит. Да, она мало выходит, да, мы ее стараемся... Не беспокоить особо, она выйдет. Потому что она уже старенькая. Она уже старенькая, да. Если она выйдет, мы ее берем в ручки. Не выходит, значит, не а то нам уже писали в комментариях, вы про Кики забыли. Она очень кодная. Вы теперь ее не любите, все, ну как я же. Я Кики больше люблю, чем него. Кики твой первый хомячок. Угу. Сейчас я его засуну в клетку, и он будет это... Лазить по потолку. Ну-ка, иди к своей. Мам, ты знаешь, сколько он писает. Ну, чтобы он... Почему он не писает в это, в кормушку свою? Ты чё? Он не хочет, видите, слазить. Не хочет, не хочет. Иди, нет, нет. Рики, 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 слази давай. Все, надо ему. Кики, вот тебе, кушать. А Кики спит. Видишь, она вон там посидит. Она всегда там сидит, в этой ямке. Мама, ты Рики трогала? Да. Кики нельзя трогать. Она укусит? Да. Ага. Вот она вышла. Привет. Вот она, моя девочка. Ничего она меня не кусает. Она меня не кусает. Да я не хочу брать. Боишься? Угу. Вот, осталось 2 чебурека из того, из всего, что я сделала. Сделала я очень много.
Получается, я где-то штук 20, наверное, сделала. Время у нас уже 1:00. Все уже спят, ложатся. Маргарита, давай убирай телефон. Уже. Всем пока. Спокойной ночи. Все, всем спокойной ночи. Пока-пока.